И всем привет, с вами Росиксон. И сейчас расскажу о проекте Бока Чика и как на нем заработать. Ходл нет. Также по ссылочкам в описании будет мой телеграм-канал, где вы узнаете, что я делаю в данный момент. Например, сейчас я участвую в турнире от Nier Games в Кости, где я купил NFT-шку за один Нир и, возможно, выиграю более 8 Нир. Кстати, действительно стоит подписываться также на телеграм-канал Нир, потому что там я увидел новость, например, то, что будет АМА-сессия с Gate.io, я амбассадор Gate.io, решил зайти, быстро задал вопрос, выиграл более $20. Так что вы в телеграм-каналах и узнаете и полезную информацию, там иногда интересные конкурсы, например, сейчас идет конкурс стихов в Nier Games. В общем, заходите, там очень интересно. Что же такое Бока Чика? А перед этим в комментариях можете написать, знакомы ли с Бока Чика, может, вы даже покупали там монеты или не покупали и почему. Так, с Бока Чика — это ведущая платформа IDO, которая использует возможности блокчейна NIR и алгоритма консенсуса для предоставления уникального, беспрепятственного и безопасного способа сбора средств для различных инвесторов. Ну, то есть, площадка IDO. Бока Чика берет исключительно на себя проекты, основанные на NIR, и предлагает им немедленные возможности для сбора средств. Какая же миссия у Бока Чика? Ну, это в объединении двух сторон. Розничные инвесторы, которые ищут быстрые и надежные, простые способы инвестирования в инновационные блокчейн-решения на ранних стадиях, и предприниматели сферы блокчейна, которые занимаются сбором средств на платформе, обеспечивающей гарантии безопасности поведения. И добавлю немного от себя. Ну, Бока Чика — это IDO-платформа, и, как я уже говорил, она объединяет сразу двух людей. Это предпринимателя, который ищет деньги, и человека, который хочет вложить. И, как мы все понимаем, предприниматели бывают разные, проекты бывают разные, поэтому нужно очень тщательный ресерч проводить. Ну и, думаю, самое главное — просто заходить на малый процент от депозита и понимать, так сказать, во что вы вкладываетесь, и есть ли вообще перспективы у монеты, будет ли у нее использование, какие у нее конкуренты, какой рынок, может ли вообще монета масштабироваться, ну, грубо говоря. Так, теперь структура Бока Чики. Ну, структура основа Бока Чика IDO будет включать в себя следующие качества. Однородное распределение токенов проекта, справедливую модель кругового заказа-продаж и работу без токенов. Для равномерного распределения сбора средств по различным раундам неизменно важно выделить для каждого раунда соответствующие условия. Ну, примерно как-то так. В общем, мы узнали, Бока Чика — это IDO-платформа. Кстати, какие монеты... Знаете ли вы, какие монеты уже были на IDO Бока Чика? Это Аврора, это Джамба. Я, кстати, недавно получал аирдроп от Джамба. Довольно маленький, там что-то 10 баксов я получил. В общем-то, в комментариях можете написать, как вам IDO-платформа Бока Чика, почему она вам нравится или не нравится. Конструктивную критику, буду благодарен, всем спасибо, удачи, будьте аккуратны, проводите свое исследование перед покупкой чего-либо.